Подожди! Подождите! Прилегающая территория к зданию суда. А поняла? Тебе говорят! Об этом гласит. Тебе говорят! Подожди! Я прошу вас, подожди. Да? Подожди! А пусть не разрешил одному? А? Подожди! Тебе не разрешил, да? Тебе мало, да? Да ничего, никуда не пойдет. Да никуда не пойдет. Никуда! Не трогай человека! Не пай! Чё вы, старика, дёргаете? Чё вы не управляете больной? Трогай, что? Больной человек, это не видите? Зачем вам старика трогаете? Там трогайте! Ничего подал? Нет! А краса! А что забирает? Алла даже! Краса! Пока поднимите! Я что-то не шучу, куда я? Вам не стыдно, ребят? Он вам в отцы годится, что вы делаете? Да понятно. Нет, так одиночный пикет, что вы делаете? Где? Где написано? Где? В каком законе? Он инвалид, куда вы его везете? Инвалида схватил и тащите. Патрульно-постовая служба. Что вы делаете? Ребят, вы молодые, у вас же отцы есть. Отпусти меня! Отпустите его! Отпусти меня! А что, чего забираете вы? А зачем вы его устали? Вы его не выставляете туда. Это насилие, вы что делаете? Присаживайтесь. Присаживайтесь. А то на тебе я, пожалуйста. Ребята, вы совершаете преступление. Вы совершаете преступление, ребята. Позор! Тебе как раз надо. Вы будете отвечать на это перед законом. Слушай, возмездие все равно будет закон. Что вы делаете? Вы сейчас нарушаете закон. Вы сейчас нарушаете закон. Согласно которому проведение мероприятия запрещается. Даже не ради вчера смерти. Одиночный пикет так же относится. Весь человек стояли в одном строю. Он же не где-то, а возле здания суда. А тебя нашли вот такого, которого ни отца, ни мать, ни родина. Родина тем более, наверное. У отца просто так. Патрульно-постовая служба. Я карт на это. А вот рано уже.